Здесь строится все. Строительная зона. Пойдем сюда. Здесь такая пахнет деревней. Навоз, сено. Одновременно переходит все в город. Постройки какие-то. Как какая-то Греция или какой-то Израиль. Что-то такое. Похоже. Находимся сейчас на острове Гоза. На Мальте. Жара ужасная сегодня у нас. Такие строительные работы. Ага. Такой прикольный чувак вообще в шортах, в сапогах и шляпе. Настоящий мальтийский ковбой. А? Ага. Да, тут одна стройка идет. Так, пойдем вот так. Ну, какой-то строительный квартал. Все тут застраивается, реставрируется. Видать, под тяжестью времени уже начало переходить слишком тяжелую стадию все это. Поэтому решили немного подремонтировать. Пылюка. Пылька берет. Католики они все. Да. Тоже Евросоюз, видишь, застраивает. Евросоюз застраивает, видишь? Смотри. Это тоже получается шленди вот это? Или нет? Да? Нет, я не знаю, может быть это район. Район, ага. Видать, этот шленди не маленький такой. Так, друзья, пока выключаюсь. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Находимся на острове Гоза.